Сегодня в спортивной школе «Кристалл» прошли финальные заплывы этого сезона. В самом большом бассейне Верхнекамья на плавательных дорожках собрались не только юные пловцы, но и выпускники спортивной школы. 2015 года рождения и до самых старших детей, это 2005 год рождения, 2006 год рождения, те дети, которые будут в этом году выпускаться из спортивной школы. Все дети сегодня будут плыть выбранным видом спорта, то есть 100 метров. Заплыв выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Но ведь мало кто понимает, что 0,01 секунды – это очень многое меняет. Наш сегодняшний герой настроен серьезно, ведь у него есть пример. В спорт я пошел от брата. У меня брат мастер спорта. Я тоже хочу таким стать. Именно с этим девизом по жизни Игнатий стремится плыть вперед и достигать больших глубин и высоких результатов. 3 года плавания, и у него уже второй взрослый. И это лишь начало заплыва. В любой работе над собой важно подводить итоги. У спортивной школы «Кристалл» они внушительные. Лишь за прошлый сезон 10 спортсменам был присвоен первый спортивный разряд. 3 присвоено звание кандидата в мастера спорта и 1 мастера спорта. Чтобы чувствовать себя как рыба в воде, мало просто соблюдать спортивный режим, не пропускать тренировки, не сдаваться и не опускать руки. Надо еще верить в себя и упорно трудиться и плыть к цели, даже если это придется делать против течения. Карина Волошина, Сергей Александров. Новости Верхнекамья.